Мистецтво створювати факти. Жартома підпорядковувати собі події людей. Вигода – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер. В эфире программа «В деталях» и с вами в студии Андрей Острев и Игорь Пох. Здравствуйте. Один из случаев, которых я хочу рассказать для наших зрителей, собственно, сподвигнул нас создать эту программу, о чем мы дальше расскажем. Итак, случай. При установке газовых счетчиков на дом выбежала одна из жительниц с ручкой с криком «Где расписаться? Я против». И когда ей задали вопрос, почему она против, она сказала, что мне депутат сказал, что как только счетчик установят, начнут их срезать в квартирах. Ну, не будем мы говорить о том, что это был депутат, не будем мы говорить, кто это была женщина. И, ну, единственное, что скажем, что это абсолютная ложь. И для того, чтобы проинформировать о тех изменениях, которые происходят сейчас, мы сегодня решили поговорить с Андреем Палько. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И по поводу очень нашумевшей темы, которая прямо связана с политикой. Многие политические деятели и бездеятели, ну, всеми способами и правдами, и неправдами на ней катаются. Это подомовые тарифы. Давайте разберемся, что такое подомовой тариф, какой он должен быть, почему вообще поднялся вопрос об увеличении или не увеличении, что увеличится, что компенсируется. Давайте с самого начала, что такое подомовой тариф и каким образом это сегодня работает в городе. С самого начала эта история тянется уже на протяжении многих лет. Почему? Потому что было соответствующее постановление Кабинета министров 569, потом 801, там, сейчас 869, которое говорило о том, что необходимо, чтобы тариф был максимально приближен к непосредственному сооружению, дому и так далее. То есть индивидуализация тарифа. Да, индивидуализация тарифа, то есть есть дом, в нем есть определенные свои характеристики, и этот дом должен платить непосредственно за те условия, которые выполняются непосредственно для этого дома, в соответствии с его техническими параметрами, его характеристиками. Если вопрос, вот, можно, да, вот сразу аналогию, да, если, например, у меня двухэтажный частный дом, и я крашу стену, то я трачу больше краски, чем сосед в одноэтажном. Вот это приблизительно такая аналогия можно привести. Конечно, конечно, да. И несмотря на то, что у нас было соответствующее постановление Кабинета министров и необходимость перевести в те самые подомовые тарифы, вопросы тарифов всегда были очень заполитизированы. Как бы мы ни хотели, как бы ни говорили, они всегда были очень политизированы. Почему? Потому что на протяжении всего этого периода времени, будем говорить откровенно, жизнь наших жителей не становится лучше. Почему? Потому что доходы далеко не успевают за теми расходами, которые есть. И как бы там никто ни говорил, субсидии, льгот и так далее и тому подобное, все равно не поспевают. Каждый из жителей прекрасно понимает, что пойти в супермаркет, пойти на рынок, пойти там в какой-то магазин, какие цены, и как бы там ни было, все равно не хватает каких-то там вещей, которые хочется человек себе сделать. И поднятие тарифов всегда политизируется, потому что выходит на свет так называемая псевдозабота о жителях. Почему псевдозабота? Потому что, не делая своевременно работы по техническому обслуживанию дома, его ремонту, мы приводим к ухудшению технических параметров дома. Приводя к ухудшению технических параметров, если сегодня надо положить копейку или там гривну, то через год нам надо положить будет 10 гривен. Через 2 года надо будет положить уже 100 гривен. И несвоевременность выполнения тех регламентных работ, которые должна выполняться, влечет к ухудшению технического состояния домов. И на сегодняшний момент вот мы видим ситуации о том, что где-то рухнула крыша в связи там, с большой нагрузкой снега, что где-то у нас начала рушиться стенка подпорная, там, либо там несущая, что где-то у нас там начинает течь крыша та самая, там, либо там канализация течет в подвале, ну, и так далее, и так далее. И тому подобное. Это все зависит от того, что нету своевременности регламентных работ. В 2008 году только появилась услуга «Текущий ремонт» в тарифе по содержанию жилья. Только в 2008 году, до этого вообще не было.
чтобы тоже не путали, капитального ремонта в тарифе никогда не было. Ни при советских временах, ни при независимой Украине. Капитального ремонта в тарифе никогда не было. Это выполняется за счет городского бюджета, либо за счет грантов, фондов и так далее. Но не за счет тарифа квартирной платы. И сегодня мы дожили до того, что у нас тариф квартирной платы был принят в 2009 году. Что из этого выходит? Когда принимался тариф, там была зарплата заложена 627,5 гривен. Сегодня уже 3200, да? Так, на минуточку. Там были заложены расценки на расходные материалы. Там были расценки на ГСМ. Там были расценки на какие-то смежные услуги, там, печников, лифтовиков и так далее и тому подобное. Все те, которые входят в состав тарифа квартирной платы. И на сегодняшний момент налоги надо заплатить 100%, потому что идут штрафные санкции. Зарплату надо заплатить в соответствии с действующими нормами 100%, иначе штрафные санкции. Электроэнергию надо заплатить 100%, иначе штрафные санкции. Вывоз твердобытовых отходов надо заплатить, обслуживание лифтов надо заплатить. В конечном итоге, что остается в том действующем тарифе на обслуживание дома? Ничего. То есть это фактически, фактически сегодня тариф — это тот, который позволяет просто просуществовать, ничего не делая по особо, да? Просуществовать в каком формате? Поддерживать хотя бы безаварийность, подготовить вовремя дома к отопительному сезону. В случае каких-то порывов устранить этот порыв. Но регламентные работы в реальности делать не получается. Почему? Потому что есть такое положение, что проходит весенний-осенний осмотр жилого фонда. Прошел осмотр, составились ведомость дефектов по дому. Что необходимо отремонтировать? Козырек, отмостку, там, цоколь, там, где-то там канализацию, водопровод и так далее и тому подобное. Есть такая ведомость дефектов. И смотрят потом по финансовому положению, что есть на предприятии. Сколько денег есть, да? А денег, а сути нету. И там, где есть какое-то понимание у жителей, хотя бы в формате совместных каких-то усилий выполняются те или иные работы. Вот бывало, вот часто бывает у нас такое, что люди говорят: вот у нас там плохая кровля, мы покупаем материал, вы делаете работы. Да, идем навстречу. Рядом ремонт подъезда, что мы покупаем материал, вы делаете работу. У нас там канализация течет, мы покупаем материал, вы там в подвале там делаете замену. То есть хотя бы в таком формате приходилось выживать. Но на сегодняшний момент, когда зарплата уже скакнула до 3200, когда вот с 1 марта электроэнергия повышается до гривны 68 копеек, в таких условиях предприятие жить не в состоянии. Более того, с целью того, чтобы не развалить полностью эту систему, предприятия перешли в ограниченный режим работы. То есть 7-часовой, 6-часовой рабочий день. 4-дневка, где-то даже 3-дневка. Сократили штатную численность. То есть на сегодняшний момент для того, чтобы нормально обслуживать жилой фонд, по всем нормативам необходимо порядка 4000 сотрудников, которые будут выполнять все эти работы. На сегодняшний день мы имеем порядка 1500 сотрудников в жилищно-эксплуатационных предприятиях. Предприятия максимально урезались для того, чтобы поместиться в ту доходную часть и хоть как-то более-менее выживать самим и выполнять те работы для того, чтобы у людей своевременно была вода, электроэнергия, отопление, канализация работала. То есть хотя бы в этом формате, чтобы можно было сработать. И часто слышу такую вот риторику неправильную о том, что а при чем тут ЖЭК? Там водоканал. Вода — это водоканал. Электроэнергия — это облэнерго. Канализация — там тоже водоканал. Там. Лифт — это лифтовики. Говорит: нет, ребята, полномочия водоканала, облэнерго, они идут до входа в дом. А в доме разводка — это полномочия жилищно-эксплуатационных предприятий. И они работают и выполняют, и обеспечивают подачу всех этих продуктов, всех этих товаров до квартиры потребителя. Обеспечение непосредственно жилищно-эксплуатационного предприятия за счет того, что оплачивают жители. Поэтому ситуация такая назрела, и исполком принял подомовые тарифы 16 января. Начались опять же дебаты о том, что
зрада, что все неправильно, что все нехорошо, все, все не так, и там опять обижают, и далее. То есть начались опять политические моменты в этом плане. И была создана рабочая группа с депутатского корпуса, которая разбиралась в вопросах, связанных с тарифами. По результатам рабочей группы есть некоторые рекомендации, с которыми мы также само согласились, что в принципе возможно в этом формате сработать. Какие это рекомендации? У нас есть дома так называемого 5-6 класса. То есть это дома одно-двухэтажные, которые зачастую малоквартирные, в простонародье называются жилкопами. В реальности жилищно-коммунальные предприятия там каких-либо работ текущего характера не выполняют. Почему? Потому что там, по сути, текущего характера нет. Там, если надо что-то делать, то надо делать, по сути, капитально. Поэтому мы согласились с тем, что необходимо для того, чтобы не било по карману, то по этой категории домов убрать статью «Текущий ремонт». Дальше мы тариф, когда разрабатываем, то мы разрабатываем планово-нормативно. То есть там были все услуги в соответствии с минимальным перечнем. Минимальным перечнем, я не говорю, что есть список из почти 20 услуг, которые прописаны постановлением, у нас в минимальном перечне 9 услуг, которые обеспечивают жизнеобеспечение дома. Часть услуг на плечах городского бюджета, там как дератизация, дезинсекция, поверка прибора учета тепла, это входит в за это затраты. Платит город. Да, за это платит город, то есть это не включается в тариф квартирной платы. И планово-нормативно, то есть были все вот позиции в рамках вот этих 9 услуг. В реальности на ряде домов той или иной услуги нету, если фактически. Почему? Потому что у нас кое-где уже выведен тариф на вывоз твердобытовых отходов из тарифа квартирной платы. То есть люди платят отдельно за вывоз мусора. Да, у нас планово-нормативном просто эта строка есть. И была рекомендация, что, ребята, если там нету этого вывоза твердобытовых, для того, чтобы людей не пугать о том, что вот, надо дважды платить и там, получается, говорит, уберите в этих домах, уберите эту строку. Это правильное замечание, сейчас это делается. И самое большое замечание, которое нашла рабочая группа, это где-то недобросованность отработки по исходным данным, то есть по характеристике дома. Немного остановлюсь на том, как рассчитывается тариф квартирной платы. То есть есть постановление 869, которое прописывает каждую услугу, формула, как она вычисляется и какая потом в итоге получается цифра. То есть если мы берем, например, вывоз, точнее не вывоз, а берем, например, уборка придомовой территории. Берется площадь придомовой территории, которая закреплена за тем иным домом. Учитывается она на зарплату, на коэффициент, учитывается на налогу, там, учитывается коэффициент на налогообложение и так далее, там, всех этих фондов. И по этой формуле потом получается итого, что за придомовую территорию необходимо платить там гривну, например. В этой всей формуле как бы замечаний нету, потому что это все прописано в рамках действующего законодательства. Считает это все машина, там ошибок не может быть, кроме одной единственной позиции. Это площадь придомовой территории. Если, например, реальная площадь этой придомовой территории, например, там 300 квадратных метров, а в формулу заложено 500 квадратных метров, то естественно, будет то, естественно, цифра будет больше. Поэтому вот в этом единственном моменте, который есть такое вот замечание, это качество подготовки исходных данных. В связи с этим было дано соответствующее поручение жилищно-способным предприятиям пересмотреть те исходные данные, которые есть. Потому что были найдены факты, когда в доме нету, например, системы канализации, а в расчете она присутствует. То есть мог быть человеческий фактор, могла быть недоработка, то есть этот момент возможен. Пересмотреть самим и устранить эти замечания в срок до следующего вторника. Угу. То есть они должны сами эти моменты устранить. Потом, какие у нас мысли? В среду у нас планируется следующее заседание рабочей группы с членами исполкома, посмотреть, насколько были устранены все эти замечания, что у нас получается в итоге. После этого мы планируем, что соответствующие вот эти все
данные будут размещены на сайте Городского совета. Для чего? Для того, чтобы каждый потребитель, каждый житель мог зайти на сайт Городского совета, найти свой дом, посмотреть исходные данные по предприятию, исходные данные по дому и расчет. То есть три таблицы по своему дому он мог увидеть и проверить. И понять, как оно все рассчитывается, и проверить. Потому что возможно, что где-то будет упущен какой-то момент. Это правильно, это нормально, ничего здесь такого нету. Поэтому если такая ситуация где-то возникнет, и когда будет эта информация опубликована, ну и потом, я думаю, что мы еще разместим ее дополнительно на информационных стендах в каждом доме, для того, чтобы каждый мог свериться, прикинуть, что может быть опять где-то присутствует система, которой нету, или наоборот, нету системы, которая есть в доме. Такое тоже может быть, что, например, есть система газоснабжения, а она не указана. Либо там система электроснабжения, либо там водопровод. Ну понятно. Там, в общем, какой-то коммуникации нет, да, а она по факту указана. Она по факту указана, либо наоборот. То есть тогда можно сделать уже соответствующую корректировку, обратиться в жилищно-эксплуатационное предприятие, либо обратиться в отдел цен горисполкома, либо обратиться в департамент ЖКХ, указать, что вот там есть погрешность, и соответствующую погрешность для того, чтобы мы могли учесть и исправить ее в рабочем порядке. Сразу же хочу обозначить для всех жителей, что нету никаких проблем, если какой-то дефект будет найден позже. То есть бытует такое мнение, тоже политическое, что вот сейчас, если там утвердят, то вот только так плати и больше никак. Нет, абсолютно это не так. То есть в случае, если где-то какой-то момент был упущен, и его нашли, например, не, там, не до 15 февраля, а его найдут в марте, в апреле, в мае в том самом, то здесь ничего страшного нету. То есть делается сверка и потом делается соответствующий перерасчет. Ясно, спасибо. Ну, вот у меня ремарочка и потом вопросик. Да? Ну, ремарка касается, если не ошибаюсь, вчерашнего выступление на одном из, или позавчерашнее выступление на одном из телеканалов общенациональных министра соцполитики Павла Розенко, в котором он сказал, что он, то ли лично, то ли он выражает мнение всего кабинета министров, не видит оснований для повышения вообще чего-либо, касающихся тарифной политики, проезда и так далее, и так далее. То есть это вот свежая, да, такая ремарка. То есть как бы кабинет министров, ну в лице министра соцполитики, не видит оснований для повышения. В то же время у нас вот вводятся местные подомовые тарифы, у нас предполагается повышение электроэнергии, у нас там муссируются слухи о повышении там проезда, ну будет, не будет, это такое дело. В общественном транспорте муссируются, кто-то говорит, что повысили услуги мобильной связи, интернета там, и так далее. То есть, как бы власть говорит, что нет, этого как бы не должно быть, потому что не может быть. Потому что мы же говорили, да, и Гройсман говорил, премьер-министр, о том, что повышение минималки ни на что не повлияет, кроме как на благосостояние граждан, да. В то же время мы видим совершенно обратную историю. Ну, это такая ремарка, я не знаю, может, у вас есть какая-то информация по этому поводу или нет. Будем считать это ремаркой. Второе, то, что касается, в принципе, терминологии. Многие люди, ну, на сегодняшний день сетуют на то, что вот, мол, почему квартплату повышают в два раза. Ну, на самом деле ведь не квартплату повышают, да, а вводят подомовые тарифы, которых до этого никогда не было. Да. И вот это как бы вот размер именно подомового тарифа, а не бывшей квартплаты. То есть я прав, да? Конечно. Вот. То есть это немножко другое. Что касается самих подомовых тарифов, то, ну, как вы уже сказали, что нашли и, видимо, будут находить в дальнейшем какие-то погрешности и их будут менять, да? Вот. Но, как мне кажется, все-таки департаменту ЖКХ не хватает больше информативности, да, для того, чтобы, ну, вот мы говорим чтобы в нашей программе, слухи, да, мы говорим об этом на радио, мы говорим в других телепрограммах, пишут в газетах, но огромное количество людей все равно не понимает,
не слышит, не видит, либо не хочет слышать, либо не доверяет ввиду каких-то там объективных или субъективных причин. В общем, не хватает информативности. Просто, ну, пожелание департаменту ЖКХ побольше информативности. На пальцах буквально рассказывать для чего, что и так далее. И третье, что я хочу сказать очень коротко. Понимаете, какая штука? Почему у людей, как мне кажется, вот мы же все жильцы, да, домов, многоквартирных, как правило. Вот. Почему у людей такое отношение к любым, ну, болезненное отношение к любым повышениям тарифов? Вот как бы им не объяснять, что вот минималка повысилась, там условия, там повысилась стоимость там каких-то материалов, которые, и так далее, и так далее. Люди, как правило, говорят, ну, хорошо, давайте посмотрим, а что за прошедшие года вообще в наших домах делалось, а ничего не делалось, да, и даже вот вы сказали, с какого, с 2008 или 2009 года в тариф был включен текущий ремонт, ну давайте посмотрим на то, где, в каких домах были произведены вот то, что называется текущим ремонтом. Например, в своем доме в девятиэтажке, да, в центре города, 2 или 3 года назад мы попытались, ну, я попытался обратиться в ЖЭК и спросить, ну, а можно ли сделать в подъезде, хотя бы его покрасить, там, побелить, потому что, ну, там, ужасно. Мне сказали, ну, давайте мы вас напишите заявление, мы вас поставим в очередь, как бы, да, потому что там еще есть обращение. Но сразу хотим вас предупредить, что на все 9 этажей у нас нет ни материалов, ни того, ничего. Мы вам сделаем 2 этажа, максимум. Ну, как можно в подъезде сделать, покрасить, побелить и там вычухать, грубо говоря, 2 этажа, а 7 этажей останутся в том же состоянии. Вот такое положение вещей, да, и у людей возникает вопрос, подождите, ну мы столько лет, ну неважно сколько, но мы же платили, а где эти деньги? И вот эта часть информативная, мне кажется, тоже ее не хватает, потому что это нужно рассказывать, объяснять. То есть, если есть объективные причины для того, чтобы, ну, сказать, что денег всегда не хватало. Да? Вот. Почему не хватало? И еще одну вещь. Насчет не хватало денег. Извините, я уж немножко времени. Вот смотрите, у нас есть в городе коммунальные ЖЭКи и есть частные ЖЭКи. Да? Они находятся в равных условиях. В абсолютно равных условиях. Абсолютно. То есть тариф один и тот же был. Да? То есть состав ЖЭКов плюс-минус тоже примерно. Работы они производили одинаковые. Но и все говорят, что ну это ужасно, нам невыгодно, у нас не хватает ни на что денег вообще. Но назовите мне хоть один бизнес, который больше, чем один год, а не гораздо больше, работает чем один год, работает в минус. Или, ну, чтобы не было прибыли. Значит, это им выгодно, частным ЖЭКам. Тогда почему не выгодно коммунальным ЖЭКам, если они находятся в одинаковых условиях? Тоже, правда, интересный вопрос. Вопрос интересный. Я начну с первого вопроса по поводу министра соцполитики. Есть такое понимание, что каждый специалист должен быть в своей области. Если министр там, в соцполитике занимается социальной политикой, то это одна. А если сфера ЖКХ, то это другая область. И здесь должно быть понимание, что есть услуга, она должна предоставляться и она должна быть экономически обоснована. Не может быть, если надо потратить для изготовления буханки хлеба, надо потратить там, 3 или 4 гривны, то продать ее за 2 гривны никто ее не продаст. Ну, либо нужно компенсировать кому-то. Либо надо компенсировать. Либо тогда для того, чтобы выдать эту буханку, значит, тогда надо туда положить совсем другие ингредиенты, разрыхлителей больше, там, яичную массу убрать оттуда полностью, ну, сделать какую-то непонятную какую-то имитацию. Да. Как, вот, как сейчас появилась не колбаса, а мясной выроб. Очень дешево, да. То есть, но видом колбасы. С видом колбасы, да, с видом как хлеба, с видами услуги по содержанию дома. Если необходимо выполнять эту услугу каждый день, если дворник должен убирать каждый день придомовую территорию, у него должна быть метла, у него должны быть перчатки, у него должна быть заработная плата для того, чтобы он мог выполнять эту работу. То есть эта услуга стоит определенные деньги. Человек должен получать за это заработную плату достойную для того, чтобы он мог эту работу выполнять. Потому что эта работа во многом неблагодарная. Летом, зимой, в дождь, в снег надо выходить и выполнять эту функцию. Для этого человек должен получать достойную зарплату, иметь соответствующие орудия труда и какие-то гарантии социальные в тем или ином вопросе.
и сказать, что извини, дорогой, но ты поработай сегодня за ползарплаты, там, или в месяц поработай за ползарплаты, а потом, может быть, где-то когда-то тебе вернем. Такого не бывает. Есть услуга, она должна предоставляться. И мы говорим о том, что почему многие не видели в этих текущих ремонтах и прочее. Потому что с 2009 года зарплата меняется каждый год, менялась 4 раза в год. Но роста не было. ГСМ. Роста тарифов. Роста тарифа не было. Угу. ГСМ рос, роста не было. Расходные материалы росли, тариф не менялся. И вот чем дальше мы к этому оттягивали процесс пересмотра тарифов, тем меньше люди видели каких-либо текущих ремонтов. Потому что я уже говорил, что собрали, например, предприятие, собрало там 100 тысяч гривен. В этих 100 тысяч гривен необходимо 30 тысяч отдать облэнерго. Отдали. Надо заплатить 20 тысяч налогов. Заплатили. Надо заплатить 15 тысяч лифтовикам. Заплатили. Надо заплатить 10 тысяч тем самым возчикам твердобытового. Заплатили. Надо заплатить зарплату. Заплатили. Осталось на доме копеечка маленькая. Что с ней делать? Ну, нас, к сожалению, совсем мы вот уже, у нас время закончилось. Ну, собственно говоря, 3 года назад, вот, Игорь, осталось 2 из 7 этажей можно было сделать. Вот так и сделали. Да, так вот и сделали. Поэтому, собственно говоря, за 3 года еще цены подросли, а сейчас еще значительно выросли. То есть, наверное, уже еще жители должны прийти в ЖЭК что-нибудь поделать сейчас уже так. Наверное, да. Спасибо, Андрей, вам за то, что вы пришли. К сожалению, вот время уже нашей программы совсем истекло. Спасибо. Мы, скорее всего, еще раз вас пригласим, когда будет вот, ну, корректировки произойдет, да, и там вот уже будет появиться информация на сайте. Спасибо за то, что разъяснили. Для зрителей хочу отдельно сказать, пожалуйста, обращайтесь к официальным источникам, слухи — это все здорово, разбирайтесь, нет ничего сложного, все сегодня, все открыто, все доступно, мы очень много делаем информационных продуктов, которые рассказывают нам, что происходит, смотрите нас каждую пятницу, программа «В деталях» с вами каждую пятницу на телеканале «Николаев». До свидания.